А видите знак 327, там машинки стоят? Да, я вижу. Примите меры? Так а ГАИ этим знаком не занимается. В курсе, это сейчас знаком занимается МАДИ. Знаю. Отлично. Но вы имеете право пресекать правонарушение? А вы скажите, к кому обратиться там водитель? Ну, тогда я думаю, следует вызвать в МАДИ. Вон там машины сейчас отъезжают. Как ваша фамилия? Я гражданин. Статья 5, пункт 5. Представьтесь, пожалуйста. Да. А вас за что оформляют? Помощь не нужна? Да нет. Нет, точно. А где Балашихи прописаны? Сейчас я закончу, с вами поговорю, прошу. Угу. Ну, представьтесь просто. Сейчас я курю. Угу. Я к вам подойду. Я подожду. Представлюсь и так далее. За что составляете? Как хочешь, может он тебя разводит, просто еще помогу и все. Пусть пишет. Ну что значит пусть пишет? Он на тех, он не пишет, кто под знаком стоит. Ну он не может писать, наверное. Я не могу писать, еще раз повторяю. Я знаю, что вы не можете писать. А что так? Вы представиться не можете. Могу. Чего вы можете? Молодой человек, я сейчас закончу, к вам приеду. Хорошо. Запомните, да? Если вы меня снимаете, вы не имеете права выкладывать информацию. Правда, что ли? Конечно. Что такое дерзкий-то вообще? На ты, а на вы. Нет, если на вы, ты. Если вы знаете все законы, вы должны знать, как обращаться, господин полицейский, правильно? Вот вы. Вот я вам сказал вы. Вот вы, да, потому что обязаны. Что приказ 1138, знаете? Конечно. Вот вы его обязаны соблюдать. А у меня нет такого приказа, я не обязан его соблюдать. Ну, почитайте, как нужно обращаться к сотруднику полиции. Хорошо? Где такое написано? Федеральный закон номер 3, почитайте. Федеральный закон номер 3, да? Статью 5, пункт 5 выполните сначала, федеральный закон номер 3. Потом я уже. Я ваши права не ущемляю. Да, не ущемляете? Да, я к вам обращаюсь сейчас, у нас с вами диалог, да? Конечно, диалог. Ну, вы обязаны представиться. Первое, что вы сделать, хорошо, когда я к вам обратился, вы обязаны представиться. Назвать свою должность, звание, фамилию. На каком основании? На основании статьи 5, пункт 5 закона о полиции. Вы скажите, чего вы такой агрессивный? Я не понимаю. А почему? Что, мне нельзя быть агрессивным? Или у меня поведение не соответствует обстановке? Или что? Не соответствует. Я с вами спокойно разговариваю, вы ведете себя агрессивно. Вы не представляетесь, понимаете? И вы что? Не грамотны. Я... Почему? Я, ну, сейчас, потому я что... говорю, сейчас я оформлю. Человека. Ну, почему вы влезаете в наш с ним диалог? Я с вами не разговаривал далее. Как вы со мной разговаривали? Нет, я разговариваю с молодым человеком. Нет, далее. Ну, после того, я сказал, вы закончите, вы ко мне подойдете. Я на это согласился. Ну и все. На вы, что вы свои фразы вставляете? Вы имеете право влезать в наши дела. На любом основании, потому что деятельность полиции гласна. Вы сейчас полицейский, но при исполнении, да? Ну вот. На каком основании вы узнаете, за что ему? Слушай, это я с ним разговариваю, а не с вами. Слушай, он не хочет, не говорит. Соблюдайте субординацию. Субординацию? Да, я вы. Тут власть, а не ты. Вы? Да. Не на ты, а на вы. Нет, ты. На вы. Ты почему? Потому что. Сошлись на закон. Что? Сошлись, пожалуйста, на закон. Я не библиотекарь, чтобы... Не библиотекарь, конечно, да. Вот уже вторая статья, которую ты нарушил. Нагрудный знак-то какой-то. Ай, 44. Уху, третья, 25-я статья закона полиции. Ну, давай. 25-я. Мужчина, можно мы доделаем? Не мешайте, вот, да. Пожалуйста. Просто девушка говорит, доделаем, я вам не мешаю. Мы спешим, я вам не мешаю. Мы и так уже стоим. Я устала уже. Я вам не мешаю, я вас понимаю. Можно мы разберемся, потом мы разговариваем. Я, наоборот, хочу вам помочь. Нам уже не надо помочь. Не надо, ну ладно. Все хорошо. Я, да, подожду. Библиотеку. Он у вас здесь остановил? А за что, под стоп? Или что? Четыре, четыре, восемь, восемь, он огромный знак.
там вот знак 327 висит. И множество машин стоит. А там дальше отдельный батальон ДПС по ВАУ. И такой вот беспредел. Можно, можно. Только пристегнитесь. Как видишь? Ну? Баранки гну. Баранки гну? Со мной так разговаривать не надо. Ну, ты ну, что? Ну, представляйся давай. Не представляйся, не давай. Когда научишься разговаривать, сама когда будет. Да. Два. Слушай, два. Ты что-то не понимаешь, походу, кто тебе зарплату платит? Нет, не понимаешь? Да? Молодец. Полицейский, можно обращение вам сделать? Видите, знак 327 стоит? Вижу. Машина, видите? Вижу. Что надо сделать? За знак 327 работает МАДИ. Угу. ГИБДД за знаки не штрафует. Вы что должны сделать? Что? Пресекать правонарушение, правильно? Ну. Так доложите в дежурную часть, может? А они в МАДИ, соответственно. Конечно. Сейчас я схожу в магазин. Хорошо. Фамилия ваша как? Колесников. Колесников. Все, отлично. Спасибо. Ну хорошо, спасибо. Не пристегнут. Е986ТМ77. Полицейский ремень пристегните, пожалуйста. И можно узнать вашу фамилию? Исаев. Как? Исаев. Исаев. А вы... Все. Спасибо. А? Гражданин. А с какого вы подразделения? А он еще не успел. С ППС? А у меня зафиксировано, как вы отъезжали там, не пристегнутые. Вот, так что спасибо. Можете не это сам. Спасибо. Все. В следующий раз пристегивайтесь, пожалуйста. Полицейский пристегивается. Все четко, классно. Так, вот сейчас мы с помощью приложения «Помощник Москвы» зафиксируем автомобили, которые стоят под знаком 327, остановка, вернее, стоянка, ой, блин, остановка запрещена, которые, скорее всего, принадлежат сотрудникам полиции, потому что рядом находится отдельный батальон ДПС УВД ВАУ, ну, с сотрудниками которого, некоторыми дерзкими, некоторыми нет, мы сегодня имели удовольствие пообщаться. Или не удовольствие. Ну, в общем, так, зафиксировали одного сотрудника непристегнутым, другой не представляется и хамит. Третий представился, даже, скорее всего, передал в дежурную часть. Ну, дежурная часть, к сожалению, не работает.
час, потому что у них обед, видите ли. Ну ничего, мы с вами их оштрафуем. На того позже напишем жалобу. Вот. Еще один непристегнутый человек был. Ну не знаю, полицейский это или нет. Одним будем. Вот, теперь видео фиксация. Скорее всего, все это полицейские машины. Еще один не пристегнутый. Ну, это опять же, скорее всего, простой водитель. Что ли? Или что? Я бы, чтобы всех наматывал. Не стал бы. Пристегнуты, молодцы. 3-7. 3-4, молодцы, пристегнуты. Вопрос? Полицейский, можно к вам обратиться? У вас на машине задний левый стоп-сигнал не горит. Хорошо, почему? Хорошо. Так, молодцы, пристегнуты сегодня прям пример. А как фамилия ваша? Инспектор ДПС и лейтенант полиции Козеев Павел Сергеевич. Ну, Павел Сергеевич. Все хорошо, отлично, молодцы. А ваша как фамилия? Люляев Кирилл Александрович. Все, спасибо. А вы представьте, молодой человек. Что? Вкладывайте в сеть, я вам это запрещаю. Ну, что вы, это самое... Ну подайте потом на меня. Хорошо. Ну, ладно, дайте, хорошо. Чтобы я знал, кому я сказал свои данные. Можно? Как кому гражданину? А сколько ли вы требуете документ? Я наоборот хотел вас, чтобы. Я же должен знать, кому я предъявил. Подождите секунду, гражданин. Смотрите. Вот вы сейчас были пристегнуты. Да, все хорошо. Ну, задний левый стоп-сигнал не горит. Подумаешь, ну, ничего страшного. У меня тут 3 раза ваши коллеги на 3 буквы послали до этого. Ну вот. А вы как пример прям. Если будете. Вы это будете вот. Выкладывать, я буду подавать на вас. Суд. Ради бога. Сейчас он ваши данные да, перепишет. Хорошо. Нет, он хорошо. Не перепишет мои Почему? Данные. Ну, потому что с какого хрена я вам буду давать свои данные? С какого хрена? Да. Ну, не портите сейчас себе эту самую репутацию. Все. Спасибо. Давайте. Вы наоборот, я вас хотел, чтобы вы примеры были, понимаете? Да, ну, вы пример, все. Пример это не Нет, ну наоборот. Все хорошо. А вы с какой роты? Слишком интересно. Да. С третьей. А, понятно. Спасибо. Полицейские, извините, что отвлекаю вас, но тут остановка, стоянка запрещена, знак 327 стоит. Так что... Давай. Ну, полицейские пристегнуты. Все хорошо. А? Alrus.news, СМИ. Ну вы молодцы сегодня, действительно. Ваш экипаж первый, кто пристегнут. Ремень пристегните, пожалуйста. 3726. Их тоже снимать, да? Ну, мне их интересно снимать. Тут можно стоять. Тут вот заезд, тут специально это самое сделал. А вот тут знак. Остановка запрещена. Тут нельзя стоять.
застегнуты были. Нам бы так и работать. Так вы можете заняться. Занять? Вон, берите камеру, да снимайте. Потому что неправильно это. Они с других спрашивают, а сами не соблюдают. Да.